Хей, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Chasm. Ну что, поехали? Так, ты? Ага, у меня есть уже персонаж. Да? Окей, ю. Так, ши, значит, я уже игру проверял. Энд. Так. Игра будет нормальная, сложность, поэтому поехали. Да, игра на английском языке, поэтому это как в таймспиннере, считайте, минус сюжетной линии. Нас пытается кто-то разбудить. Короче, мы с вами заснули на каком-то посту. Послушай меня. Бла-бла-бла. Нужно к какому-то челику вернуться. Ях-я. Keep out. Кнопочки есть у нас? Я вижу инвентарь, журнал вижу. Артефакты. Карта. Так, опции, видео, full screen, fail, аудио, нормальная игра, letters, chips, letters, ладно, плевать. Так, controls, атака, spell, jump, ага, backdash V. Это... Ну, спиной быстро передвигается. Ага, вот это у нас идут с вами листики сюжетные. Ой. Ладно, привыкнем. Немного привыкнуть надо, но это не суть. Не суть важно. Так, гильдивская какой-то обязательность. Прости, я что-то плохо себя чувствую, бла-бла-бла. Ну, дефами на самом деле быстрее передвигаться. Генерал Курис Тифали. Рекрут. Каждый день был. Короче, каждый день он убирает. Кто это он? Лошадь. Так, со мной просил поговорить кто-то здесь, да? Ладно, пойдем далее. Листик получен. Значит, нужно выше подняться. Вперед, в подкате. Командир Сильксер. Так, мы сказали, что мы можем отправляться, поэтому погнали за броней. Не, мне кажется, он быстрее бегает дэшами. Более плавно.
уже стены моет. Я в основном буду походу передвигаться дэшами. Рори. Так, по идее она должна мне... О, меч. Как мне тебя сместить? Почему у меня инвентарь пустой? О, у нас есть бестиарий. Ну, понятное дело, что он у нас не на русском. Вперед, 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 вперед. Бац, бац. Так, ну меч мы взяли. Все, я вооружился. Удачи тебе. Спасибо. Так, я разве с этим не говорил? Что? Мне нужно... У меня инвентарь пустой. Где меч, который я взял? Мне только не говорите, что мне нужно возвращаться теперь за этим броней. Я еще броню не взял. Кажись, что да. Слушай. Так, по карте можно понять, куда мне идти? Сохраниться. Может, мне на этот нужно подняться, на крышу? Кажется, нет. Почему он автоматически начал лезть туда? Ладно, попробуем в эту сторону задышать. А, сюда не залезть. Да уж, сложное занятие. Пониманием, куда идти. Побить его? Ну ладно, давайте. А как мне одеть меч? С атака. Сильная атака, слабая атака. Ах ты ж, ё-моё. Инвентарь это вообще другое. Всё, я готов. Сразу нужно посмотреть, могу я еще что-то одеть. Удачи. Бла-бла-бла. Головного убора нету, украшений нету, нету, нету. Ладно, поехали вперед. Бежим мы долго-долго-долго вперед. Костерка, у костра отдыхаем. Да, все снимается, все нормально. Уже снег пошел. Вьюги. Вьюга метелем. А мы все идем вперед по снегам.
Опа, игра сохранилась. Картас. Так, кузнечная. Статуя, где могу сохраниться. Тихо, дом. Так, чей-то дневник. Пустые комнаты. Пока что все у нас закрыто, значит мне... Картас Майнс. Короче, какие-то шахты. Фьюджи. Просто пропускаем и идем по сюжету. Ага, мужичок здесь на воздушном шаре приземлился. Пойдемте в пещеры, шахты, как их назвать, шахты лучше. Так, сразу у нас развилка, еще одна развилка. Блин, жалко, что я деф не могу в воздухе делать. Так, здесь у нас закрыто. Блин, сюда рано. Нажимная плита, нужна кто-то либо что-то. Мы ваншотим. Так, голдишка. Мне кажется, мне лучше это переназначить клавиши. Только на какие? Сюда я тоже залезть не могу. Какая-то книга. Какой-то дался баф мне. Допустим, скорее всего, да, опыта дают много. Это у нас книжка опыта. Блин. Ложечно. Так, записи пещерных людей. Про их ремесло. Так, в журнале у нас добавились тролли. Левел ап. Ну, видите, они не агрессивны, то есть они, скорее всего, наносят мне именно когда дотрагивается урон. Тут, конечно, проверять я не собираюсь, мало ли у меня баф еще слезет. Так, какая-то херовина, которая убивает с трех ударов. Яблочко. Непонятно, ладно, идем далее. Если непонятно, лучше просто идти дальше. Так, какая-то бабулька. Нарина. Ты, нихера себе, 50 голды.
Так ты двигаешься? Бегается. Чтобы зря книга не закончилась. И, допустим, подвинем тебя. Там у нас тоже есть проход. Давайте, ладно, я еще туда сбегаю. И сюда, да, я могу, типа, залезть с помощью... этой фиговинки. Монеты, в принципе, даю так себе. О, здесь у нас сейвинг. Интересно, не хочу проверять, сколько я кулаком наношу. Скорее всего, единицу. Эх, ты вернулся в прежнее состояние, зараза. Так, ядовитые воды. Близняк. Летучие мыши. Хера он дамажит. Нужно быть осторожным. Копейщик довольно сильный. Но они не агрессивные. То есть у них специально есть радиус, где они типа атакуют и где они вообще не могут атаковать. Ладно, пойдем пока что прямо дальше. Ой-ой-ой, периодический урон. Я должен был это забрать. Это что-то драгоценное. Угу. Значит, с уровня мы сразу повышаем урон. Либо это обычные слизни, либо в них все-таки что-то есть. И радиус ходьбы у них тоже есть. Так, надеюсь, я же не сдохну. Так, пещера. Какие-то... Опа, сохранение... Ой, сохранение. Сокращение пути я открыл. Так, здесь у нас закрыто. Хорошо. Какой-то непонятный портал. Есть. Ладно, пойдемте дальше. Так, яблоко, походу, это типа у нас местного хила. Ой, какой здоровяк. Босса? Да, походу, босс. Ух ты ж ё. Так, Apple. Ага, это топаз. One point. Лучше подальше отбегать. В смысле ты по мне попал? О, убит. Так. Архитектор, археолог. Искатель всего тайного. Так, нужно вернуться по-быстрому, где я был. И сохраниться. Что-то я сделал пломбу, но у меня такое предчувствие, что она скоро не выпадет.
Даже не знаю почему. Так. А меня убьет все, что я до чего я дотронусь. Вот новый уровень, все, уже не убьет до всего человека, дотронусь. Сейчас мы быстро. Блин, а видеть купляться все-таки не могу ни за что. Так, ладно, наверх. Залезем наверх. А, я знаю, куда мне нужно было идти. Ладно, уже поздно. Мне нужно было пойти в этот. Там, где кнопка. Походу, я там проход открыл. Блин, путаю теперь кнопки. Кнопка была у нас снизу, да? Туда мне нужно будет залазить, но я пока не знаю как. А, убиваю быстро. Просто бэм-бэм. Ай. Плохо. Лишний хп трачу. Так, сохраняемся. Да, сохранится. И я могу туда еще куда-то вниз бегать. Еще нужно лопату где-то найти, чтобы вот это откопать. Или чем мне нужно откапывать эту фигню? Я думаю, что только лопатой. Ай-яй-яй. Деф сделал немного не в ту сторону. И пожалел об этом. Так, крит. О, мне сюда, да, нужно спуститься вниз? Да, сюда вниз. И опять развилка. Так, там непонятный проход. Здесь у нас снова рукописи. Готов. О, какой сундук. Так, это экипировка. Улучшение. Ладно, теперь нужно что мне сделать? Есть быстрый путь туда? Да, есть. Ну, мы чисто, считайте, вернулись ради того, чтобы... Ай. Ой, а чё я туплю стоять? Зачем нам обратно возвращаться? Я же могу здесь пробежаться. Именно там, где мы спрыгивали вниз. Да я вообще туплю. Я Дефи забываю. Мне кажется, нужно немного переименовать. Так, Controls. Controls.
Так, атака. X. Jump. Bell. Так, дэш. Зараза. Все, готово. Сохранилось ведь? Да, сохранилось. Конечно, я думаю, сейчас я сдохну. Куда я вообще иду? Народ. Кажется, я вообще являюсь... Немного запутался. Почему я сюда иду? Там я не мог пролезть, потому что там был ли это, я вспомнил. А, это сейчас мне сам назад возвращаться пешком, ё-моё. Ладно, сейчас быстро поднимемся. Сейчас мы быстро поднимемся. Ага, они на меня падают, хорошо. Блин, я думал, ты там останешься. Зачем ты начал ко мне идти? А готово. Вниз. Монетки. Оттуда, походу, больше ничего не падает, кроме монеток. Так, я иду правильно. Скоро апнусь, может быть. Ну да. Говорят, подожди, я сейчас все сделаю. А, нам проход открыл. Ты ж, ё-моё, крысы какие жесткие. Давайте, я думаю, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.